Ваше сомнение понятно. Плохие результаты, или я бы даже назвал их неплохими, а недостаточными. Да? Вот они у нас, конечно же, есть, как у любых хирургов, которые много оперируют. Однако в основном на всех наших форумах и во всех отзывах фигурируют, конечно же, только положительные отзывы. Я думаю, это связано со следующими факторами. Когда пациент имеет плохой результат, но доволен в целом лечением, все же он старается это не афишировать. То есть эти пациенты, они приходят к нам, и мы эти проблемы, как правило, решаем. То есть у пациентов в конечном итоге не возникает необходимости вылить некий негатив в социум, да, так сказать, создать негативный образ той или иной операции или тех или иных докторов. То есть отсутствие плохих отзывов в совершенно свободном интернете, да, говорит о том, что, вероятно, нам удается все же в большинстве сложных случаев с ними справиться. Но то, что они есть, это без сомнений. Конечно же, никто ничего не скрывает. Если вы будете очень внимательно читать наш форум и полистаете разные темы, то вы наверняка найдете, и скептические отзывы о ряде операций, и, может быть, даже критику и нашей работы в том числе.